все прошло в соответствии строго с законодательством, регламентирующим проведение централизованного тестирования. Надо отметить очень высокую явку в этом году абитуриентов. Вот, то есть подошли очень ответственно абитуриенты к тому, чтобы раз записались на тесты, то их нужно проходить. Вот. И в целом эта кампания прошла, я бы даже отметил, на еще более высоком эволюционном уровне, чем прошлые годы.